Вот это один кричит постоянно. Все время кричит и... из-за одной цицки. Так, всем ютуберам привет. Сегодня у нас получается, по-моему, если я не ошибаюсь, 28 дней. 28 дней поросятам. Я буду сегодня отлучать. Почему сегодня? Сегодня пятница. Я решил сегодня в 28 дней, чтобы до следующей пятницы-суббота она загуляла. Она у нас средняя, так сказать, выжата. Не сильно высмоктали ее, так сказать, посредине. Чтобы она загуляла, к примеру, шестой, седьмой день или пятый день. И я успел купить дозу дюрка на комплексе и покрыл ее чистым дюрком. Эти поросята у меня получается порода Кантор гибрид, дюрок Петрен. Покрыты, эта свинья рыжка покрыта вот этим вот хряком, Петреном. Каштанчик. Я его держу на норме, чтобы он не сильно поправлялся, потому что он большой сильно. Это у нас клубника, киевская генетика, поросная, самая-самая крикливая. Куколка у нас тоже покрыта этим же хряком, Петреном. Ну, посмотрим, какие у нее будут. Вот. Может, не такие, как у рыжки, а немного с пятнышками. Тоже у нас брюхатая покрыта. Сейчас будем забирать поросят отсюда и в новый загон, так сказать, в клетку для доращивания. У меня есть, я там уже все сделал. Они едят предстарт. Едят, можно сказать, 6-7 дня понемногу. И по сей день я им только-только насыпал, они уже поели. Вода у них еще таким вот образом сделана. Но там уже в новом сарае, там поилочка. Наших жевжиков отдельно отняли от свиноматки. Чуть-чуть им сыпнул предстарта, тот, что у них и был. Еще есть 10 кг, то есть подаю сейчас немножко предстарт, потом плавно буду переходить на старт 25%. Старт водолага, предстарт тоже водолага. Он тут с одной ногой, у него именно получается, то ли срослось оно неправильно, то ли еще что-то, я так понимаю, перелом был и, ну, ходит, кушает, воду пьет, воду я им, ну, так как и была, но еще поставил кастрюльку, до какой они привыкли, ну, а тут же, ну, я видел, один уже подходил, пробовал. И вот так вот тазик и туда, и два бруска, гайка отпускается выше, ниже, ну я не стал на металл, толще бруски поставил, сейчас со стропил обрезка много, пускай грызут. Вот вам Петрен дюрок, порода Кантор. А похоже на дюрков, но это не чистый дюрок, это получается помесь Петрен и с дюрком. Сейчас я даже вам скажу, как различить, что это не дюрок. В принципе, визуально ушки на середине переломлены, черные копыта, черные пятаки, высокие на ногах и так дальше и тому подобное. Но вот видите, вот этот, что бегает. Видите, у него задница как выделяется, и перед хвостом яма, и жопастый, то есть задница Петрена. В этого нет, вон того нет, вот в этого то же самое, хромого. Задница Петрена, ямка перед хвостом, и задки выделяются. Ну, я так наблюдал штук, ну, половину почти у Петрена, половину
похоже на чистого дюрка. Ну а так, грубо говоря, если неопытный приедет, допустим, покупать чистого дюрка, вот видите, вот поросенок, задница выделяется, то есть один в один петрен по заднице и яма перед хвостом. Этот вроде бы не похож на петрен. И если так поехать покупать, не зная, грубо говоря, различий, то они похожи на дюрков, один к одному дюрок. Можно покупать как дюрков. Поросята у меня все заказаны, я не продаю. Поросят я продаю по ценовой политике. Обычный гибрид, допустим, как вот эти Петрен дюрок, ну кто из порода кантер. Или двухпородный гибрид, или трехпородный гибрид. По 2000 гривен за поросенка. Ну пока я их сейчас не буду, конечно, продавать, пускай еще начнут хорошо сами кушать. Привыкнут. Чтобы все нормально, чтобы я посмотрел, что у них нету срачки, болячки и так дальше и тому подобное. И буду обзванивать, приедут забирать. Вот этот, что дерется, у него один в один формы Петрена. А так, грубо говоря, пятен нету, не скажешь, что. Хотя на обычных дюрках формы особо не выделяются в такой, ну, грубо говоря, период времени. То есть месяц, вот допустим, вот обычный дюрок, вот жопка обычная, никакой ямки нету. Ну, лопатки чуть выделяются. Вот тоже похоже на дюрков. Но это с ушами не сильно похож на дюрков. Тут таких два явных есть. Вот, вот задом стоит. Тоже Петрен. Яма перед хвостом и зад выделяется. Ну, сейчас они чуть-чуть, конечно, стрессанут. Все. Я бачу, свет, думаю, перевелся. А тут и собака, я думаю, наверное, Стас тут. Пойду гляну. Ты сковородку он нашел, да? Угу. Да тоже я им ставил. Все, набегались. Набегались, конечно. Ну и что же, встречи какие-то отобрать? Ну да. Не, это ж ты что? Ну ладно. Покормили, да? Да. Ну да. Я же им утром насыпаю, они бачу, что ковыряются, сховаются под... А не, идите сразу туда, я уберу, а потом надо... Вот наши несушки такие. Там мало будет курок. А сколько курок и петухов? Петухов больше. Вот курочка, вон красная курочка, вот курочка. Вот этот петух. Вот этот петух бьется. Ну, это понятно, и вон петух. Где шишкаба, вот то курочка идет, вот эта курочка. А есть и черные так такие, это маленькие какие-то. Ну а что, что ты делаешь? Это уже сколько им? Подожди, сегодня около 20. А, 19, 20-го, да? Да. 20-го. 18-е. 19-е сегодня. А, 19-го. Пятница. А 25 апреля брали. Это 6 дней, апрель, май. И 20-го, ну, где-то без 5 дней, 2 месяца. Ну что, нормально. Это крупная, сейчас перевелась. Ну, я надо чехвостить, обрезать. А то у соседа была... Одна подписчица, женщина, спрашивала, что вы бульбаш. Не понял. Ну, я же в интернет выложил видео, а вы разговаривали. А женщина спрашивает, ну что, с Белоруссии бульбаш? Я говорю, с Брянска. Ага. Она говорит, говор такой, как белорусский бульбаш, что ли. Некоторые говорят, со староверовки. Так это уже я сколько поездил, вот у меня племянник был. Ну вот получается, рыжка спокойно, не кипишует, а она хоть отдохнет без них. А то вы смахтали бедненькую. Все, поросят тут уже нема. Будем кормить их отдельно.
я же у нас сюда сейчас начал выпрыгивать. Ух, она длина. Длина яши под 2 метра. Вот лежит. Яша огромный. Он только может теперь крыть только больших свиней. Уже вот таких, допустим, как вот такие вот. Хотя это не маленькие, он, наверное, не покроет, потому что маленькие против него. Эти тоже хорошо скаканули. Особенно вот тот. Вот тот хороший такой. Потом вот этот. Вот рука. А потом аж вот этот. Тут они не срут нигде ничего. А срут там. И если жарко, тоже там сидят. По сараю. Вчера мы закончили стропильную систему. Кто не знает, смотрите видео предыдущее. И будем начинать обивать крышу шалевкой. Делать обрешетку. Ну и зашивать стены. На стены от профлист, кирпичик. На стены внутри крем-брюле. Проведаем наших поросят. Ага, уже начинает до кормушки лезть. Начинает уже потихоньку распробовать. Жужики! Я им их отходы жизнедеятельности в уголок туда положил. Ну, они или сюда, я думаю, будут ходить, или возле воды. Тестюха, друзья, занимался долго свиньями. Он на свиньях много чего заработал, много чего приобрел. И все на свиньях. Это еще в те времена. И вот это же сарай, два сарая. Это получается был самозахват у него, он живет напротив, через дорогу. Вот этот сарай, это были у него сараи, я сейчас ними пользуюсь. И вот тот курятник тоже был. Ну, баня брянская, ну, земля была не оформлена. Это уже мы оформили под застройкой, построили дом, гараж, туалет. А это с севера вагон. С севера, по-моему, вот этот вагон и там еще вагон, тоже с севера. Он на севере работал всю жизнь. Так, ну а тут-то делай то, делай то. Я читаю ваши комментарии, каждый комментарий читаю. Прислушиваюсь, где что там подскажут. Какой-то дельный совет, я все принимаю. И скажу вам, не переживайте, я и сам все понимаю. Просто зачем сейчас делать мне опоры, если нагрузки на крышу нету. И проведаем этих дюрков. Ну шо вы? Видите, в этих ямах нету вот тут. Там ям нету перед хвостами. А в тех, которые сейчас вот рыжки я забрал, кантур, вроде бы один к одному дюрок, но ям нету. Ой, ямы там есть. А в этих тоже задки выделяются, но ямок нету. А в тех ямки есть. Ох, вода так само тут сделана. Вода, развилка на две линии, на Машку и на дюрков. Бункер пустой. А нет, там есть.
доедят, завтра досыплю. Ну, конечно, им тут раздолье. Им тут раздолье и красота. Маша, ты уже повечерила у нас. Ну, такие, друзья, у нас дела. Ну, ничего нема. Все по-старому. Все, до завтра. Жужики, до завтра. Ми-ми, он тут с ножкой. Тебе говорит, а надо же было какую-то шинку наложить, так как я наложу, что я ветврач или хирург. Ну, уже они начали, вынюхали где корм, воду они знают. Я думаю, нормально будет. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Конечно, им да. Ну, стресс. А мамка как Ворошилов, что их не лежит. А боится. Боря, седай. Седаун. Давай лапку. Давай. Давай лапку. Молодец. Хороший парень. Борька, московская сторожева порода. Я московская. В Москве же сторожил, да, Боря? Ох, уже зубыри. Заходь-то. Зубки. Коцубки. Поехали. Да, поехали.